Активное голосование продолжается во всех районах крупнейшего города страны. На 129-м избирательном участке, который находится в Ауэзовском районе, к данному часу явка избирателей составила более 300 человек. Люди по-прежнему идут на участки, чтобы сделать свой выбор. Здесь же проголосовала самая титулованная красавица страны. Миссис Казахстан 2011, Миссис Мира 2014, мать-героиня шестерых детей Акнур Жумабаева решила подать пример соотечественникам. Мне кажется, принимать участие в выборах – это долг любого гражданина Казахстана. Здесь важен каждый голос, потому что сегодня мы выбираем не просто депутатов в парламент, а свое будущее, будущее нашей страны.